Группа компании «Аврора» с гордостью представляет дизельные генераторы ADE4500D и 6500D. Главное отличие данных машин от бензиновых аналогов – увеличенный запас моторесурса. Так, для бензиновых моделей время работы до капитального ремонта составляет около 2500 часов, в то время как моторесурс дизельных аппаратов превышает 5000 часов. Также дизельные генераторы не нуждаются в перерывах в работе. Эти машины способны работать непрерывно до тех пор, пока в баках есть топливо. Еще одним доводом в пользу приобретения дизельных генераторов можно назвать их экономичность. Так, расход топлива у ADE6500D составляет 2,5 литра в час, в то время как бензиновые аналоги соответствующей мощности за час работы расходуют 3,5 литра топлива. Генераторы выдают напряжение 220 вольт и подойдут для использования на дачах или в загородных домах, в гаражах, на небольших производствах и так далее. Номинальная мощность генераторов составляет 2,8 и 5 кВт, максимальная 3,5 кВт. Такая мощность устройств позволяет запитать от электростанции бытовую технику или строительный инструмент средней мощности. На генераторах установлен одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с принудительным воздушным охлаждением. Чугунная гильза, установленная в блоке цилиндров, значительно продлевает срок службы узла. Моторы генераторов оснащены электропуском. Также, в случае необходимости, аппараты могут быть запущены вручную. Обратите внимание, картеры двигателей не заправлены. Перед первым пуском следует залить в горловины 1,2 или 1,7 литра машинного масла для четырехтактных двигателей. Смазку следует добавлять до момента появления масла в заправочной горловине. Проверяйте уровень масла при каждом пуске. Строго соблюдайте рекомендации производителя по срокам замены масла. Если генератор будет обслуживаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией, аппарат прослужит вам верой и правдой многие годы. Охлаждение двигателя во время работы происходит за счет нагнетаемого воздуха. Увеличенная площадь воздушного фильтра позволяет реже проводить техобслуживание, а также не беспокоиться о достаточном объеме воздуха для стабильной работы. Усиленная рама генераторов надежно фиксирует все элементы конструкции, остальной кожух защищает важные узлы от повреждений. На баке установлен индикатор уровня топлива. Он напомнит оператору о необходимости очередной заправки. Сухой вес аппаратов 63,86 кг. Чтобы запустить генератор, потребуется выполнить несложную последовательность действий. Перед пуском нужно вынуть вилки потребителей из розеток генератора. Выключить прерыватель цепи переменного тока. Открыть топливный кран. Перевести рычаг регулировки оборотов двигателя в положение «Run». Далее следует повернуть ключ зажигания по часовой стрелке в положение «Start». Двигатель должен запуститься. Не забудьте включить прерыватель переменного тока после запуска двигателя. Прежде чем заглушить мотор, следует вынуть вилки потребителей из розеток генератора и дать аппарату поработать пару минут без нагрузки. После чего рычаг регулировки оборотов следует перевести в положение «Стоп». Двигатель остановится. Среди основных достоинств дизельных генераторов «Аврора» можно отметить наличие автоматического стабилизатора напряжения или блока АВР, а также медную обмотку ротора и статора аппаратов. Блок АВР предназначен для стабилизации выходного напряжения при изменении оборотов двигателя. Данный блок обеспечивает ровный ток на выходе без скачков и просадок. Медная обмотка генератора позволяет улучшить прочностные характеристики ротора и статора и продлить срок их службы. Медь по сравнению с алюминием обладает лучшей токопроводимостью, а также обладает большей стойкостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, высокой температуре, влажности или запыленности. Генератор с медной обмоткой в сравнении с алюминиевыми конкурентами прослужит вам гораздо дольше. Подписывайтесь на наш канал, будем рады видеть вас в наших дилерских центрах.